الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين آمين آمين إن شاء الله الله سبحانه وتعالى будем кардашларымыза өзі ярдым жол ярабби бүгін дуасы қанеле ятқан дин кардашлар құш құвет сабыр бер тақар бер ярабби сегодня в Москве в Ростове проходят суды по апелляции по нашим соотечественникам, которых обвиняют, необоснованно обвиняют в терроризме, в каких-то преступлениях. И поэтому сегодня во многих регионах Крыма, в том числе и в селе Куйбышево, проходят дува, где собираются джематы и обращаются к Аллаху с помощью оба наших соотечественников. Просим Аллаха помощи политзаключенным, их семьям и всем мусульманам, которые угнетены. Пусть Аллах примет наши молитвы, просьбы, обращения и сделает облегчение для нашего народа и для всех мусульман мира.